Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим одностороннюю сигнализацию от компании RS, модель 2017 года, модель C815. Поставляется на фирменной упаковке. Вот такой вот. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находится центральный блок управления с контактной группой. Полностью есть антенна. С другой стороны также контактная группа. Далее датчик удара с регулировкой чувствительности, также полностью пластиковый, с проводом подключения он идет. Подключается все на 12 вольт, основные провода подключения с предохранителями идут в комплекте также. Сервисная кнопка валет. Два брелка с металлическими вставками, так полностью они пластиковые идут. Один брелок обычный, второй с выкидным ключом. Вот так вот выглядит. Сердцевина ключа идет отдельно, затачивается под ваш ключ и без проблем используется. Далее световой индикатор. Четырехконтактное реле вместе с проводами подключения. Двусторонний скотч для крепления центрального блока управления и датчика удара. Также есть двухсторонний скотч для светового индикатора, сервисной кнопки валет и инструкция с характеристиками и схемами подключения. Вот такой вот комплект. При покупке на него распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость его вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.